Сейчас жарим нашу плаценту на сухой сковороде без масла. На среднем огне. Когда мы прожарили нашу плаценту, то маслом сливочным промазываем каждую штучку. Сейчас мы попробуем наше приготовленное блюдо. Плацинта. Посмотрите, какое оно внутри. Красота. Сейчас я попробую наше приготовленное блюдо. Очень вкусно. Мягкая тыковка. Просто невозможно оторваться. Тонкое тесто. И слегка слышно корицу. Вообще класс. Вот. Если видно, корица там есть. Рекомендую вам попробовать. Обязательно готовьте. Приятного аппетита. Всем пока. Рада была вас видеть на моем канале.